Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Как я и обещала, покажу свои новиночки. Но новиночки калатеи. Именно. Мне уже давно писали мои подписчики и спрашивали, почему у вас нет ни одной калатеи. Ну вот теперь у меня 4 целых. Началось у меня все с калатеи орбифолия. Это моя самая первая калатея, я с ней подружилась очень хорошо и подумала, почему бы мне еще не завести еще другие сорта, потому что калатея, конечно, очень красива своими листьями. Она имеет разные рисунки на листьях, которые просто завораживают. И калатея очень хорошо впишется в любой интерьер и украсит любой такой, ну, не совсем темный угол, но где есть полутень. То есть ее можно поставить в комнате в какой-то дальний угол от окна. И ей будет там очень хорошо. Но это в летнее время. В общем, об уходе я расскажу чуть попозже. А сейчас познакомлю я вас со своими новыми калатейками. Калатея у нас родом из тропических лесов Центральной и Южной Америки. Сразу скажу, калатея любит повышенную влажность воздуха, то есть ее можно ежедневно опрыскивать из мелкого пульверизатора, прям из мелкого, чтобы создать влажность. И вот как я здесь орбифолию свою поставила на керамзит и наливаю туда водички. Ей это нравится. Она у меня уже после покупки. Я ее, конечно, уже пересадила. Она выпустила листики. И там у нее тоже еще виднеются листики новые. В общем, обязательно повышенная влажность воздуха. Ну и сейчас я вас познакомлю. Если это орбифолия моя, вы уже знаете. Вот эта красотка у меня появилась. Она уже у меня давненько, я уже в обзоре показывала. Это калатея Crimson. Очень большие листья. И очень это красиво смотрится. Но я еще ничего не пересаживала. Я хочу подождать, чтобы пошел рост хороший, тогда ее и перевалю. Там вот видите, выкручивается листочек, там появился еще один, то есть чувствует себя хорошо, кончики листьев тоже хорошие. И вот моя красотка прям хотела такой сорт калатеи. Сорт называется White Fusion. Очень расписные листья, очень красиво смотрится. Но сейчас вот уже вечереет, поэтому она начинает вот так вот листья скручивать. Калатею из-за этого еще и прозвали молитвенным цветком, потому что она утром как бы раскрывает листочки, а к вечеру она их как бы слегка складывает. Из-за этого у нее такое название еще. И вот моя новиночка. Тоже такие большие листья, красивые. Выпустила она у меня уже листочек. Корневая очень хорошая. И прям вот ее скоро-скоро нужно переваливать. Это калатея, сорт Пиктурата Аргентея. Вот такое вот название. Продолговатый лист такой. Очень-очень красивая. Ну и вообще они, конечно, украшают тоже мою оранжерею своими декоративными листьями. Мне прям не хватало вот таких ярких, ажурных друзей. И расскажу об уходе. Подготовилась я, конечно, к ним
очень хорошо, внимательно изучила, что они любят, и с вами поделюсь сейчас этой информацией. Калатея любит светлое, чуть можно притененное от солнечных лучей место. От прямых солнечных лучей калатею нужно притенять. От солнечных лучей лист у нее становится бледным. И не видно будет вот этих вот красивых рисунков. Но в то же время зимой нужно подсвечивать лампами, чтобы продлить ей световой день. Не любит резких перепадов температуры, не любит сквозняков. Зимой, чтобы температура не опускалась ниже 18 градусов. Калатея очень теплолюбивое растение. Ну и также любит подкормки. Я ее удобряю фертикой. Фертика люкс. Ну, в зимний период они будут у меня отдыхать. Ну и грунт предпочитают рыхлый, воздухопроницаемый, чтобы вода не задерживалась надолго. Хоть это и тропическое растение, но не нужно устраивать болото. Перегнойная, листовая земля, песок, торф. Ну, в таких пропорциях, чтобы была рыхлая, легкая земля. Вот такую буду готовить ей. Ну, вот арбифолию я, конечно, перевалила уже. Я ей тоже составляла грунт. У меня был грунт для фиалок. Там же содержится торф верховой, вот я его смешала, немножко перегноя добавила, ну, перлита добавила. Вместо песка вот я добавила перлит вермикулит, то есть песок я не стала добавлять. И она чувствует себя очень хорошо после пересадки. Такие красотки мои, красивые. Красивое растение, ничего не скажешь. Ну, фьюжн вообще красотка. Там директор, вернее, зам директора, он сделал вид, что спит, но он все слушает, что я говорю. Вот. Бали. Проснулся. Всем привет передает. Очень хорошо они вписались в мою оранжерею. Все замечательно. Ну вот такие мои новиночки. Пишите в комментариях свое мнение. Мне очень интересно. Увидимся в следующем видео.